Привет всем, с вами я, Ваня. Как я заметил, в Донстаре вышло новое дополнение Гамлет, короче. Не знаю, как это правильно сказать. Давайте посмотрим. Я вообще не знаю о нем ничего. Я просто взял, купил и решил поиграть. Так, я возьму своего любимчика, робота. Мир мы не будем изменять. Это Гамлет, отмена, старт. Короче, игра все еще находится в разработке. Здесь нас предупреждают. И если ты нашел баг, то сообщи нам. Да ладно, поиграть хочу. Так, мне пришлось вырубить все моды. Потому что у меня игра вырубилась. Точнее, сказала мне, что нельзя с модами играть. Так. Мы разбились. О! Так, ну что ж, начинаем выживать. Начинаем собирать травичку. Это цветочек, да? А, тут такие цветочки, окей. Да, Донстар. Что под камнем? Там что-то двигалось. Вот это поворот. Траву надо бить. Окей. Вот это непривычно. Смотрите, какие новые прикольные животные. Это, походу, он заменяет тех, которые... Воу. А это кто у нас? Что здесь происходит? Кто это? Я думаю, нам не стоит туда подходить. Я знаю Донстар, что он очень опасный. Так что лучше я побегу в другую сторону. Нам вообще не надо ни с кем драться и ни с кем... Сейчас вообще иметь какие-то дела. Это что такое? Ой, мы это... Нифига себе. Сам сказал не подходите, сейчас это делаю. Но он вроде не трогает нас, и это хорошо. Так, вообще, я не знаю, где я. О, внизу там была трава. Постойте. Оно живое? Друг? Не знаю, друг он или не друг. Так. Это какие-то цветы. Это там спит что-то. А что это такое? А, окей. Они будут нас атаковать? Нет, они хорошие. Хорошо. Еще какие-то руины здесь есть. Руины мне стрёмно идти. Так, это можно... Алоэ, это можно кушать. Хорошо. Это шо? Эррор. Камушки. Так, а что нам надо? Так, дайте вспомнить. Надо деревьев нарубить, чтоб потом себе сделать костер ночью. Потому что скоро уже ночь. А то я хожу, смотрю на этот мир, не понимаю, что здесь к чему. Ой, а что у меня с мозгами? Что-то плохо. Надо, короче, цветочков насобирать, только я не знаю каких. У меня всего два. Давайте вот такие собирать. О, они даже восстанавливают немножко. Вот что пожирает. Ага, я понял, не трогать такие штуки. Хорошо. Это что? Не знаю, блин, даже нету. Тут плавать можно. Но это конец мира, как я понял. Так, мне надо срочно найти цветочков.
И побольше, а то у меня с рассудком все очень плохо. Всего... А эта штука не восстановит рассудок? 45? Это что? И тут. Окей, я понял. А тут сгоревшие деревья. А что здесь было такого, что деревья сгорели? Так, эта штучка убила... Блин, она... О, смотрите, она еще одного убила. Мотылька. Блин, не убивай их, слушай. Не надо. Нет. Ну, типа, они светят. Ой, это мне понизило. Это мне повысило. Окей, у меня есть 6. Мне надо 12. Как я помню, я смогу сделать себе веночек. Да. Замечательно. Так, что это? Мы можем ловушку сделать, но пока что она нам не нужна. Я не знаю, кого здесь ловить можно в нее. Так, это ж... Окей, нормально. Нормально. Так, тут у нас лианы и паучиска какой. Блин, туда я не хочу к нему идти, мне стрёмно. Блин, тут... Жуки какие-то бегают. Там пауки большие живут. Вот такие мопо-пауки, и они дерутся с ли... Ай! В смысле? Меня бьет какой-то мелкий. Слушай. Я не знаю, что он хотел от меня, но он и получил. Так, а что у меня по ХП? ХП еще есть, так. Экзотик флауэр. Окей, нормально, значит можно собирать. Давайте. Это тоже цветок. Нет, это еда какая-то. 60. О, морква есть. А, это не морква. Это редиска. Окей. Ну ладно. Так, 10. Еще 2 цветка найду и будет офигенно хорошо. Так, ребят, слушайте, я возле вас посплю, если вы не против. Надеюсь, ночью вы не превращаетесь в каких-то злых животных, которые меня сожрут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. В смысле? Так, а это были не бревна, значит, да, у нас? А что тогда я собирал? О, все, есть новиночек. Отлично. Блин, а это, слушайте, а что это такое? Я насобирал какие-то... А где они вообще? Это скраба у меня, это редиска у меня... Я же собирал. По-моему, я что-то не то собирал. В общем, не знаю. Я что-то собирал, но не понимаю, что я насобирал. Так, вот, смотрите, сейчас срубим. Срубим вот такую штуку. Вот, вот, я беру... Разве это не бревна? Куда они пропали все? Очень странно. Походу я провтыкал, и у меня их кто-то стырил. Такое вообще возможно? О, спасибо, мелкие. Какие же вы хорошие. Змею для меня убили. Отлично. А, это цветок. Кушаем его. Так, мне бы что-то пожрать. Ну это точно безопасно жрать. А вот это я не знаю. Нормально. Нормально. Все можно жрать. Все, что у меня есть, это все можно кушать. Эй.
Хорошо, так, 72. Ну, немножко, немножко понятней встает. Только куда у меня... Вот те штуки пропали, я так и не понял. Так, ладно, что-то я это, я не знаю. Это вообще вода? Я могу плавать? Вот, я могу строить корабль. Но я, по-моему... По этой штуке не смогу плыть. Что за звуки? Как будто кто-то что-то сверлит. О, смотрите. Это что? А, это статуя, походу. Не знаю, короче. Так. Карта. Окей. Куда мы можем пойти? Тут мы все посмотрели, тут ничего нету. Пойдем куда-нибудь туда. Я рюкзак бы хотел себе сделать, но... Так, тут у нас тоже ничего нету. Такс, такс, такс. Ну сейчас у меня уже хватит на костер. Но только не на такой. Надо еще камней найти. Так, камни я видел там где-то были. Это же... Ага, тут камни просто другие, как я понимаю. Сейчас попытаемся разобраться. Вот сюда можно еще пойти. Короче, идем искать камни. Но все-таки мне кажется, что они где-то вот тут будут. Вот, это... Возможно, это даже камни были. А чем мне их можно... О, кирка. Замечательно, слушайте, пошли камни ломать. Так, они там сверху. Вот в самом верху, да? То есть нам надо пойти... Так, я тут. Просто прямо вверх. Окей, пойдем прямо вверх и... Надеюсь, мы там найдем камни. Так, через эту штуку я не пойду, потому что оттуда на меня напал был чувачок. Какой-то жучок. О нет, дождь. Блин. А как зонт сделать? А я не могу. А меня это дамажит. Слушайте, меня дождь дамажит. Мне срочно надо где-то укрыться. Зонт, 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 зонт. Я не могу, да? Ай, как плохо. Эй, бери, бери, бери. Хак. Что значит хак? А, это дерево, блин. А это что такое? Это пчелы. Окей. А, нам не надо это. Выбрось, выбрось. О, вот это нам надо. И вот... Это бы я тоже взял с собой, только не куда... Какую-то фасолину сожрём. Пчелы, пчелы, вот эти камни ходячие. Это что? Не знаю, что это, но подходить не хочу, оно за мной следит. Так. Блин, а это некуда положить. Такс. Мне нужен костер. Мне нужен костер. Надо попробовать все-таки разбить такое дерево. Оно... Надо что-то больше, чем... Может, вот такое? О, дождь прекратился. Фух. А что это? Давайте выбросим топор, он и так 3%. О, это можно кушать. Я отравился. Блин, не надо сувать в рот все, что попало. Так, эти мирные, они меня не атакуют. И на этом им спасибо. Так, яд. Ой-ой-ой. Он электрический, значит,
Значит, нам не стоит с ним связываться. Так, а где там? Это для выживания все, это научное все. Это что плавать? Я даже, наверное, не могу от яда ничего приготовить. Ой, куда я нажал? Случайно. Ой, блин, как здесь стрёмно. Я еще сюда ночью пошел. Я вообще нормальный в джунгли ночью идти? Мне кажется, что... Я ненадолго тут задержусь. Я не смогу выйти. Это что? Рыба? Клыки. Ладно, выбросим клыки. Так, я смогу еще один факел скрафтить? Блин, мне страшно подбирать что-то в джунглях. Да, я смогу. Упс. Какие-то штучки. Не знаю, что это. Ладно, пойдем дальше. Капец, тут джунгля. Стрёмно. Карта. Ага. Окей. Это что? Уйду отсюда. Не знаю, что это, и не хочу знать. Так, на мне яд. Мне надо как-то с ядом. Ой, блин, цветок. Ой, блин, большой цветок и маленький цветок, и все они за мной бегут, чтоб убить меня. Еще один. О-оу. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ребят, может, вы поможете? Ой-ой-ой. Так, мне надо куда-то сбежать отсюда, потому что мне здесь не нравится и мне стрёмно здесь. Все. Что это? Там что-то громадное идет. Не, все, да ну. Ой, они будут драться друг с другом? Может, мне помочь этому жучку? Блин, я не ту кнопочку нажал. И снова не ту. Как бить? Я не помню, как на клавиатуре бить. Ауч. Все. Лианку мы получили. А что будет, если я рыбу сожру? Окей. Стоп, он меня бьет? А это мясо не вкусное. Блин, у меня с рассудком все плохо. Это я вот эту штуку. Опа. Цветочки. Блин. Нельзя было их собирать, я не знал. Сорян. Так, ты меня простил? Нет? Ну прости, пожалуйста. Ну, пожалуйста, я больше не буду. Я не знал, что это твои цветочки. Так, ладно, трогать не будем, это чужие, наверное. Это меня стражник убьет. Но это трогать можно, да? Я хотя бы себе рассудок немножко восстановил. Это тоже чьи-то камни? Вообще ничего нельзя трогать. Блин, сколько здесь свиней. Вообще миг свиней. Нельзя, блин, извиняюсь. Пацаны, сорян. Я не хотел. Сорян, блин. Все, я понял, нельзя трогать. Это тоже нельзя, окей. Все, я не буду больше трогать.
Я случайно. Я, блин, всегда думаю, все, что на земле, все можно брать. А чё? Я пират. А что, не берется? Блин, третий день. Это... еще как раз. Здесь столько пещер. Блин. Так, яд. Яд так и не прошел. Он же сам не пройдет, да, мне надо сделать что-то от него. Походу. Тут еще какой-то вход в руины. Тут снова эти-то трава. Много-много травы, блин. У меня очень быстро рассудок падает. Я не знаю, что мне просто надо от... какое-то противоядие. А где его сделать и как, я не знаю. Надо сделать свою базу. Это что? Это хотя бы восстанавливает. Это... о, рассудочек мне. Отлично. А это что такое? А! Они и тут есть! Юху, прикольно! А сейчас я подумал, что это куст какой-то на самом деле. Так, окей. Ой, не то нажал. Я думал. Так, ну тут камни можно собирать, да? О, все, мы можем сделать костер себе. Нормальный, для базы. А нам это мне надо? Ой, надо 4 камня еще где-то достать. Так, это я не знаю, что такое. И что здесь происходит, не хочу знать, что они там делают. Так, золото возьму. Сейчас, ребят, в общем, давайте ставить базу где-то. Потом, если что, построим еще одну. Правильно? Правильно. А сейчас нам надо чем быстрее, тем лучше сделать себе какое-то противоядие. Да. Короче, сейчас, блин, мне бы Википедию открыть. Но так будет неинтересно. Если я открою Википедию и прочитаю, где и как это делать противоядие. Хочу сам узнать. Вообще, я ж ничего не знаю про это дополнение. Все интересно, все новое. Все круто. Так, еще цветок какой-то. Меня напрягает то, что здесь деревья пожженные. И типа... это стрёмно, я не хочу строиться там, где деревья. Так, ну карта. Ну давайте где-то тут. Наверное, тут нормальная зона для того, чтобы жить. Деревья есть. Думаю, норм. Для первой базы. Потом еще сможем сделать, если что. Тут вообще три. О, здесь я могу найти, возможно, камни. Мне надо 4. Так. 4 камня. Блин, окей, ладно. Ставлю базу где-то вот тут, по центру, и все. И все хорошо будет. Такс. Такс. Отлично. Что ж, давайте тогда продолжим уже в следующей серии, а то очень долго это получилось. С вами был я, Ваня. Если понравилось видео, обязательно ставим лайк. Всем спасибо за просмотр. Так, а если я сейчас это скушаю? Блин, его надо было просто приготовить. И тогда бы я не отравился. Ладно.